Азиатская гриппа носит комплексный характер. Она состоит из специфической и неспецифической профилактики. К специфической профилактике относится своевременная вакцинация. Это является наиболее эффективным средством защиты от гриппа. Ко второй группе неспецифической профилактики относятся закаливание, избегание переохлаждений, полноценное питание, полноценный сон, регулярная уборка помещений, регулярное проветривание помещений. Также по возможности избегать общественных мест, пользоваться масками в транспорте общественном, также в общественных местах. При появлении заболевших в рабочем коллективе принимать противовирусные препараты, но это уже согласно назначениям лечащего врача и согласно инструкции по препарату. Соблюдение этих простых правил поможет вам избежать заболевания гриппом, а также сохранить свое здоровье.